Председатель партии «Слуга народа» нардеп Александр Корниенко в интервью 24-му каналу объяснил, почему Верховная Рада решила освободить Максима Степанова с поста министра здравоохранения. Деятельность министерства была фактически централизованная на министра. Для этого министерства это очень корректная управленческая модель. Министерство здравоохранения, в отличие от других министерств, является хабом по принятию решений, обработке информации и организации правильных процессов между крупными его подрядчиками, которые являются центральными органами исполнительной власти. Национальная служба здоровья Украины оперирует 60 миллиардов гривен медицинского бюджета. Департамент медицинских закупок также оперирует еще большее количество бюджета, сказал Корниенко. По его словам, речь шла действительно об эффективности работы Степанова. Невозможно достичь эффективности, если ты не в нормальных отношениях непосредственно со своими руководителями. На это указывал премьер-министр Денис Шмыгаль. Невозможно достичь эффективности, если ты не выстроил так процессы, достигать основных задач, которые ждут люди от министерства, сказал нардеп. Напомню, 18 мая Верховная Рада отправила в отставку министра здравоохранения Максима Степанова. За проголосовало 292 нардепа. Представителей на увольнение Степанова с должности вносил премьер-министр Денис Шмыгаль.